Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, 4 сентября, за богослужением читается отрывок Евангелия от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Прича Господь притчу сию. Подобие Царствие Небесное человеку царем, и же восхотел созвать все условеси с рабы своими, а чем же ему созвать, приведоши ему единого должника, мою талант, не имущий же ему задати, повелей Господь его. Продати и жену его, и чада, и всяйника имеяше, и отдати. Адже раб той кланяшеся ему глаголя, Господи, потерпи на мне, и все ти воздам. Милосердов же Господь раба того, прости ему и долг отпусти ему, и шед же раб той, обрет единого клеврет своих, и же должен ему стом пенясь, и ем его давляше глаголя, отдашь мне им же, если должен, а тупо клеврет его на нозе его, моляши его глаголя, потерпи на мне и все воздам ти. Он же не хотяше, но веде всадиго в темницу, он же воздаст должное, ведевши же кремлеть его бывшая, жалишеся си село, и пришедше сказаше, господину сему вся бывшая. Когда призвал его господин его, глагол ему, рабе лукавый, весь долг он же отпустит тебе, а не же умолимя, не подобашем ли тебе помиловать и кривляда твоего, как уже я тебя помиловах, и прогневался Господь его, предали его лихом учителем, то он же воздаст весь долг свой, так и Отец мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите, кожда брату своему, а сердец ваших при грешениях. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря:
«Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Поясняя необходимость постоянного, безграничного всепрощения, Господь рассказывает притчу о милостивом государе и немилосердном должнике, приравнивая Царство Небесное царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Один из рабов должен был своему государю 10 тысяч талантов. Талант был самой большой денежной единицей, равной 3000 шекелей или 12 тысячам динариев. Так, например, доход с провинции, включавший Идумею, Иудею и Самарию, составлял всего 600 талантов, а весь доход даже более богатой провинции Галилеи равнялся всего 300 талантам. Таким образом, долг в 10 тысяч талантов был больше, чем доход царя. Из притчи мы узнаем, что когда государь потребовал уплаты долга от раба, не имевшего денег, то раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Блаженный Феофилакт пишет: «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Человеколюбие Божие совершенно простило и долг, хотя раб просил не совершенного прощения, но отсрочки. Научись отсюда, что Бог дает и более того, что мы просим». Тогда прощенный раб, найдя своего собрата, который должен был ему ничтожную по сравнению с первой сумму в 100 динариев, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Он не сжалился над своим собратом, несмотря на его мольбу потерпеть, и посадил его в темницу. Когда же государю стало известно о произошедшем, он призвал немилосердного раба к себе. Сделав ему строгий выговор за то, что он не последовал его примеру великодушию к своему должнику, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Святитель Иоанн Златоуст указывает: «Если ты не прощаешь врага, то не ему наносишь вред, а самому себе. Ему ты часто можешь вредить в настоящей жизни, а себя самого делаешь безответным в будущий день. Ибо ничего так не отвращается Бог, как человека злопамятного, как сердце надменного и души раздражительной». Завершая рассказ притчи, Спаситель замечает: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Этими словами Господь призывает нас прощать ближним неограниченное количество раз, прощать постоянно и всегда от всего сердца, потому как ничто из того, что приходится прощать нам, не идет ни в какое сравнение с тем, что прощает нам Бог по своему безграничному милосердию. Преснопамятный Александр Павлович Лопухин, день блаженной кончины которого мы сегодня воспоминаем, замечает: «Рассказанное в притче, как и везде в других случаях, служит образом людских отношений к Богу и ближним. Тот, кому прощается большой долг, тем самым обязывается простить и другим небольшие долги. Будем же помнить, дорогие братья и сестры, что прощение имеет величайшую ценность, поскольку уподобляет человека милосердному Богу. Каждый из нас спасается милосердием Божьим, если сам прощает другим людям их прегрешения,
тем самым свидетельствуя о своей твердой вере, способной превратить холодное сердце в живое и любящее. Помогай нам в этом, Господь. Благослови, душе моя, Господь.